21 година, спадарства, витаю у объективе. У студии Кирилл Смегликов и у скороте про самые важные темы бягучего выдания. Змены у наркотичным артикуле 328. Ти шмат нового. Снижение планки нижнего срока, то есть оно не коснется никого. То есть суды, а верхняя планка-то не изменилась, и суды судят все равно чаще всего по верхней планке. Для кого створается новый закон о персональных даденных? Коли у чиновника за заробком, например, ну, у эквиваленте $1000 есть дом за $1 000 000, то он податкоплательщику будет соправдное пытание. Война, немцы и санцепек у Могилеве. Девочки, живее давайте, что мы отсюда и дальше сжигаем деревню и потом расходимся. После полугода дискуссий, встреч и протестов депутаты Палаты представников унесли змены у наркотичный артикул. У двух из пяти частках артикулу 328 нижнюю мяжу отказности зменшили на 2 года. Подробязней Юлия Тяльпук. Минул третий день голодования группы женщин, у якія домагаются перегляду справа у своих детей. В основном дети хорошие, образованные, там более где-то 70%, которые с университетами. Палата представников у другим читанні приняла поправки у особливо тяжкие, что видать по терминах, наркотичный артикул. На 2 года опустили нижний порог у другой и третьей его частках. Женщины из матчиного руху 328 домагаются ослабления санкций удвоя и отзначают. Снижение планки нижнего срока, то есть оно не коснется никого. То есть суды, а верхняя планка-то не изменилась, и суды судят все равно чаще всего по верхней планке, понимаете? И поэтому то, что они скинули нижнюю планку вот эту, то есть это ноль. Ну, нас власти просто так же обманули. Уплывали на решение министерства юстиции, здоровья, адукации и внутренних справов. Департамент выполнения покарання, следственный комитет, генпрокуратура и палата представников. Инициаторки измягчения криминальной отказности листовали, скардились, протестовали, ездили на встречи с чиновниками. Некоторые из них на боку кабет. Если мы говорим о школьниках, то мы должны помнить о том, что это наше будущее поколение. Поэтому здесь, конечно, надо очень четко квалифицировать все признаки состава преступления. Здесь, конечно, надо менять практику и убирать такое понимание, как там умысел на сбыт. Жорстко карать, цитата, за наркоту, загадал керовник краины. У нас на суде, то есть приходит и в свидетелях оперативный работник. То есть он работает на суд, на власти, да, но никто не обращает внимания на то, почему этот человек начал этим заниматься. Молодь уваходить у свет наркотиков с улицы, рекламой спайсов, спидов и инших речев устракатить городская инфраструктура. Они выбрали только вторую и третью часть. А как четвертая часть? А как пятая часть? Ведь по большому счету наркобарык там особо и нету. Это просто обычные потребители. Гэтак сама только первые три частки наркоартикулу трапили у амнистийный спис. Термины зняволення поменьшать на год дорослым особам и на 2 неполногодовым. Але и там поводле индивидуального подыходу. По артикуле человек подлягает амнистии. А вось может применяться формулировка, что он прикладом порушал некие там умовы проживания, утримания и так далее и тому подобное. Такий подыход индивидуальный, и он может провоковать начальника у наших поправчих установ на то, как некие сводить особистые часом рахунки. Голодовницы просили амнистии у всех без выключения неполногодовых, изневоленных на долгие годы поводле первых 4 часток 328 артикулу. Больше за год усяляк домагаются встречи с керовником краины. Голодовку объявили бестерминовую. Я хочу посмотреть ему в глаза, Александру Григорьевичу, и сказать, как он, как президент Белоруссии, допустил такое, что более 17 тысяч детей сидят в тюрьме за решеткой, а не на свободе. Это же он допустил это. Юлия Тяльпук, Белсат. Так само сегодня Палата представников разглядала проект закона о персональных звестках. Згодно с им будет заборонено публиковать певные особистые звестки людей. Например, здымки домов чиновников. Для чего уводятся гэткі заходы, высветлял Змитер Мицкевич.
Поселок Дрозды – место хиба з не найвышейшей концентрации чиновницких домов в Европе. Тут прописаны и Лидия Ермошина, и Василь Жарко, и Виктор Шейман, да увогуле вся верхушка айчинной вертикали. Домы, так бы мовить, слуг народа ураживают. Однако, згодно с новым законопроектом, хутка показывать гэтые хоромы будет заборонено. Агулам закон мае бараніць і нашыя з вамі правы. Нельга будзе выкарыстаць чыесьці персанальныя звесткі, уключна з імём і прозвішчам, без адмысловага дазволу. Паўстане заслон ад смс-рассылак ды іншага кшталту надакучлівай рэкламы. Засталося толькі прыдумаць яшчэ адну структуру для кантролю. Каб той орган, які будзе заснаваны для кантролю за гэтымі дадзенымі, быў незалежны. І мы за тое, каб гэта дзейнасць гэтага органа была сёння прапісана спачатку ў гэтым законе, а потым, мабыць, патрабіцца яшчэ дадатковыя, але законадаўчы акт, а ні ў коім разе не указ прэзідэнта. Але новы закон не пакіне без адмысловай абароны і чыноўнікаў. Гэтак супала, што толькі некалькі тыдняў таму старшыня ЦВК Лідія Ярмошына абуралася публікацыі здымкаў ейнага катэджу ў Драздах. Калі дакумент прымуць, то паводле дырэктара Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў Вадзіма Іпатава будзе забаронена публікацыя ўсёй інфармацыі пра нерухомасць чыноўнікаў. Пакуль Ярмошына атрымлівае грошы з бюджэта, пакуль яна існуе, за грошы беларускіх падаткаплацельшчыкаў. Калі ласка, альбо пераязджай у панельку ў Малінаўцы, і тады ніхто не здыме твой дом, бо ён будзе нікому не цікавы, альбо змірыся з тым, што ў цябе пад домам будуць стаяць фатографы. Калі ў чыноўніка з заробкам, напрыклад, у эквіваленце 1000 даляраў ёсць дом за 1 000 000 даляраў, то ў падаткаплацельшчыку будзе сапраўднае пытанне, за якія даходы, за якія кошты ён гэта пабудаваў. Дакумент сёння прынялі толькі яшчэ ў першым чытанні, таму некаторыя палажэнні могуць змяніцца. Але пакуль падтрымкі ў прыхаванні інфармацыі пра чынавенства на менскіх вуліцах мы не пачулі. Народ должен знаць о сваіх правителях всё. Потому что мы работаем на правителя и работаем на общество. У меня матушка работала в России, в государственных структурах, так там как бы все финансовые транзакции выставлялись наружу. На какие гроши живут наши чиновники, мы все ведаем. И у доступе, у свободным, повинны быть такие фотографии и все остальное. Почему они должны как закрываться от нас? Нет, должно быть все доступное, чтобы все видели, как они живут. У 2019 годзе можна колькі заўгодна забараняць здымаць, але інфармацыя ўсё адно трапіць у медыі. Ці то праз сацыяльныя сеткі, ці телеграм-каналы. У абсалютнай большасці цывілізаваных краін свету падобныя законы прынятыя. У іх няма нічога дрэннага, яны абараняюць спажыўцоў. Гэта хутчэй пазітыў. Іншае пытанне, што, як часта здараецца ў беларускіх умовах, штосьці пазітыўнае суправаджаецца негатывам. Да таго ж, як звычайна для Беларусі, все будзе залежыць і ад права ўжывальнай практыкі. Каб не выйшла, што гэты закон будзе працаваць толькі ў дачыненні абароны звестак дзяржаўных службоўцаў. Дмітрий Міцкевіч, Белсат. Чарговы смяротны прысуд прывялі ў выкананне ў Беларусі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведаміў пра расстрэл асуджанага за забойства трох чалавек – Александра Жыльнікава. Лёс другога асуджанага ў гэтай справе Вячаслава Сухарка невядомы, але звычайна прысуды паводле адной справы выконваюцца адначасова. Мужчынаў асудзілі на смерць за жорсткае забойства трох чалавек у снежні 15-га, маладой пары з Менску і жыхара калодзішчу. Касацыйная скарга Александра Жыльнікава застаецца на разглядзе ў камітэце правоў чалавека ААН. Арганізацыя звярталася да ўладаў Беларусі з просьбаю прыпыніць выкананне прысуду да разгляду звароту асуджанага. Беларусь застаецца адзінай у Еўропе краінаю, дзе выкарыстоўваецца смяротнае пакаранне. Летась пакаралі смерцю 4 асуджаных. Сёлета ў студзені вынесены чарговы смяротны прысуд у дачыненні 36-гадовага бабруйца Александра Асіповіча. Вайна і немцы пад санцапёкам. У Магілёве актыўна рэпетуюць урачыстасці з нагоды 75-годзя ўваходу савецкіх войскаў у горад. На адкрытае поле вывелі не толькі студэнтаў, але і дзяцей. Нягледзячы на тое, што лекары не рэкамендуюць быць пад такім сонцам нават дарослым. Вітаўт Сіўчык працягне.
Девочки, живее давайте, что мы отсюда и дальше сжигаем деревню и потом расходимся. Навод без постановочного спальвания весок у Могилеве соправданное пекло. 33 градуса тепла. Але это нияк не заминая рыхтоваться до официйных святкований. Имитация военных действий. Реконструкция боев, наверное, или боя. Освобождение Могилёва в межнемецко-фашистских захватчиков. Масштабную театрализованную импрезу в открытом поле у районе улицы Гагарина организовывает Могилёвский гарвыканкам. Роли во всех вельми разностайные. Мы сперва играем довоенное время, а потом мы ополченцы. Ну а после этого мы уходим в концлагерь. Махчыма, для больше глубокого исторического погружения, как и у концлагеры, праца не совсем доброохотная. Просто сказали, от организации нужно столько-то человека. То есть, ну, чем больше организация, тем больше, естественно, человек. Вот. Ну, добровольно-принудительно, если вы это хотите услышать. Вот. Смех смехом, але долгое пребывание на солнцепеку может скончиться совсем невеселыми выниками, попереджвает Денис Слепцов, один медичный працовник, який дежурит на поле. Там кому-то плохо стало, вот нас там попросили подойти посмотреть женщину. Мы побежали туда-сюда, то есть даже если кто-то обратится, ему никто не поможет. Фельдшер звертает увагу и на то, что на поле не стае питной воды. Тую, что есть, дал червоный крыш. Мы помогаем, работаем людям. Не надо задавать... Обезвоживание. Мы должны помогать людям. Бюджетным работникам репетиция заменила працовные годины. Ребята, кто не расписался с БРУ, подойдите сюда под березку. Студентам пары и практику. Нам дали подписать бумаги по поводу того, что мы вместо каких-то своих практик ходим на эти репетиции. Не заразумело, что репетиция заменила детям. У детей сейчас уже и нету. Это вот в первых пару дней, конечно, дети, подростки, им, естественно, было плохо, их, конечно же, уже больше не приводят. На какой подставе у ранейших репетициях удел брали неполногодовые? Чому импрезу нельга перенести на больше прохолодные годины? И ти платили худкой допомозе и милиции за працу на массовом мероприемстве? Усё гэта мы намагаліся спытаць у начальніцы управлення культуры Магілёўскага гарвыканкаму Ірыны Жабаравай. Не дотелефонувавшись у працовный час кіраўніцы, телефануем ейной намесніцы. Ірине Валерьевне набирайте Жабаравай. А вось я набираю, аль чомусь ніхто не адказвае. Не знаю, пробуйте набирайте. Вы не ведаете, что там адбываецца? Нет, я не могу. Я как-то и не ведаю. Я ведаю, но берите у нее, пожалуйста, интервью. Але не все удельники репетиция ускардятся. Некоторые во всем шукают позитив. Хочется быть недовольным, но мы понимаем, что это, ну, так и должно быть, наверное. Ну, потому что это репетиция, от этого никуда не денешься. Зрешты, удельники сами подписались, что будут ходить на репетиции. А рызыковать и не рызыковать здоровьем – вольная справа каждого. Витал Тиучик, Белсат. У машине витебского правооборонца неведомые перерезали тормозный шланг. Павел Левинов зауважил, что тормоз не працуя, ранком 12 червня выезжающая с двора. Привезли машину на станцию, подняли ее на подъемники, ну и показали мне о том, что шланги имеют видимые порезы. Вот, и также перерезан провод, который шел к датчику АБС, который расположен на левом переднем колесе. Вот, после чего я по телефону 102 сделал сообщение о данном факте. Милиция склала протокол огляда машины и место здарэння, ды приняла заяву Павла Левинова про меркаваны замах на ягонае жыццё. Правоабаронцы не выключают, что дзеянні злоумысников могут квалификоваться как криминальное злачынство. Вядзецца правяранне по заяве. Не бывало ураджай трускалак, аднак сотні кілаграмаў спелых ягад аказаліся не на сталах, а ў сметніку. Вяскоўцам Лунінеччыны прасцей выкінуць ягады, чым аддаваць іх за капейкі скупшчыкам. Што адбываецца і ці яшчэ можна змяніць сітуацыю, высвятляла Вольга Старасціна. Спілы сакавітыя, салодкія. Самы час каштаваць духмяныя трускаўкі. Клубніка очень вкусная, особенно в это время. Любим лучше так кушать. Но и морозим, и компоты делаем, все делаем. Это же самая такая сейчас ягода популярная. Клубницы вельми-вельми люблю. Очень люблю. Вкусная ягода. Полезная, сочная, питательная. Ну, для здоровья очень хорошо.
Але шлях цудоўных ягад да нашага стала няпросты. Іх трэба вырасціць і сабраць, як цяпер у нязноснай гарачыні. А пасля прывезці на рынак ды пад спякотным сонцам адстаяць у чарзе, каб здаць скупшчыкам. Апошнія ахвотна набываюць, але прапаноўваюць надзвычай нізкі кошт. Людзі трудзяцца весь год для таго, щоб получыць в этот месяц какую-то денежку, какую-то прыбыль на своих участках, а получается по 20 копеек сдает. И то по 20 копеек я, допустим, стояла, в частности, я сама стояла, сдать два ведра 4 часа в очереди. По 20 копеек, это реально, что можно купить, сдавшись за 20 копеек? Почему цены растут, а стоимость нашей клубники уже 5 лет не меняется? А тем часом покупникам на рынку солодка ягода обходится у разы дорожей. 5 рублей он еще платит. А так я за 2 взяла. Пенсионерам троху. А когда и по 5 беру? Клубника на данный момент очень дорогая. 5 рублей килограмм. Это дорого. Гэтак за віцебскія ягоды гандляры просяць 5 рублёў. Палескія можна знайсці за 2, што і так у 10 разоў даражэй, чым кошт іх закупкі. Много товар, поэтому люди все жалуются. Людям хорошо, нам хорошо. Скупшчыкі могуць набыць абмежавана колькасць трускавак, якія хутка псуюцца. А дзяржава не паклапацілася, каб павялічыць закупы дзеля продажу або перапрацоўкі ягад. У цывілізаваных краінах такого кшталту прадукція, которая хутка псуецца, яна павінна прадавацца па кантракце, падпісаным яшчэ ўвесну. Я паабяцаў тонну клубнікі па рублю, і я яе прадам, таму што ён мусіць у мяне ўзяць па гэнай цане. Паправіць сітуацыю можна было б і цяпер, лічаць вяскоўцы. Куда смотрит наше правительство, говорят, они что-то проверяют. А я скажу, никто ничего не контролирует. И некая мафия или кто тут заправляет, а мы как рабы, настоящие рабы. Нема ни сприяния, ни допомоги. На знак протесту вязковцы попросту выкидали трускавки. Да, выбрасывали много, да, люди выбрасывали. О, у меня стоит дома 6 ведер, их не знаю, куда выкинуть уже. Яны маглі стаць радасцю на нашым стале, а сталі смеццем. Вольга Старасціна, Белсат. Толькі 6 гадоў таму гомельскія мусульмане атрымалі магчымасць набываць халяльнае мяса. Але ўсё яшчэ маюцца праблемы з іншымі харчамі. Што такое халяль і дзе яго знайсці, высвятляў Ян Вярбіцкі. Со словаў галоўнага муфтыя Беларусі Абу Бекіра, у нашай краіне жывуць каля 30 тысяч мусульманаў. На Гомельшчыне іх 3 тысячы. Усім гэтым людзям патрэбная халяльная ежа. Тяжело было мне даже в Гомеле найти, в Минске найти, по фермам ходить, попросить кого-то резать нам, мусульманам, барашку. Это очень существенная проблема, потому что продукты питания – это невозможно одни рисом или капустой паесці і пражыць. Рэч у тым, што мусульмане ўжываюць толькі халяльную ежу. Каб мяса было халяльнае, трэба, каб пры забоі жывёла не пакутавала. Забой павінен ладзіць вернік, не абавязкова мусульманін. Туша жывёлы павінна быць знякроўленая. На Гомельшчыне такія харчы з'явіліся ў 2013 годзе. Тады кіраўнік гомельскай мусульманскай грамады Сергей Саранчук заснаваў прадпрыемства «Халяль». Яно займаецца сертыфікацыяй прадпрыемстваў на адпаведнасць нормам шарыяту, маральнаму кодэксу ісламу. За 6 гадоў працы халяльнымі прызналі 26 прадпрыемстваў ва ўсёй Беларусі. Дырэктар халялю кажа, атрыманне сертыфікату цікава для прадпрыемстваў і як магчымасць выхаду на замежныя рынкі. Рынкі Казахстана, рынкі Узбекістана, Средняя Азія, Бліжні Восток, Африка, Южная Америка. В конечном итоге у нас есть тоже опыт предприятий, которые получают сертификат халяль, поскольку это требование их покупателей из Европы. То есть Европа тоже ориентируется, там сегодня достаточно много проживает мусульман. Сирот и инших сертификацию отримал Гомельский мясокомбинат. Это развязало проблему с мясом у области, але застались и пытания с колбасами, сосисками да слодычу. Когда берешь кондитерские товары, надо читать состав, чтобы там не было желатина, не было, стараться, чтобы не было маргарина. И добавки Е120, потому что Е120 делается из насекомых. И в исламе запрещены в еду все виды насекомых, кроме саранчи. А як с халяльной ежей справа у столицы, где живут прикладно 10 тысяч мусульманов? Мы запытались у Сергея, мусульманина из Минска. Аллаху, по милости Аллаха, в последние годы с халяльной едой в Минске стало гораздо лучше. То есть, в принципе, магазины халяльного мяса есть на всех крупных рынках, на Экспобеле, на Комаровке, на Ждановичах. Колбасы появились, сосиски.
То есть если раньше приходилось это возить все с Москвы, и это было довольно дорого, то сейчас, хвала Аллаху, то есть сосиски, колбасы белорусского производства, то есть очень хорошего качества. Мусульмане кажуть, что халяльные харчи могут зацікавить и представников інших релігій. Мовляв, знекровленное мясо больш корисное. Во всех охотных хутка з'явиться махчимость его покаштовать. Гомельское предприятие «Халяль» бере удел у организации харчевания на европейских гульнях у Менску. Ян Вербицкий, Белсат. Такими были новины, что подрихтовали мои коллеги из информационной редакции. Напереди еще прогноз надворья на завтра. А вам желаю доброго вечерового отпочинку и, конечно, заставайтесь с Белсатом.